Реру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Белки сходят с ума охуенно. Лень, пойдем с ними побазарим. Бегай, убегай, убегай, убегай! Ёбаный в рот. Адам, ты где? Сюда. Ой, блять, Адам. Единичка. О, все, умница. Полечить пельмени надо. Вот, у нас появилась наконец-то топливная кузня. Где мы можем делать хотя бы... В принципе, мы можем делать луки. Дать нашим колонистам луки хотя бы. Древесный уголь тебе нужен? Нихуя ты жирный. Для древесного угла нам нужно построить печь. Из гранита. Гранит у нас больше всего. У кого там серьезно? Срыв? Ты попробуй ее успокоить. Хес, у тебя лучшее общение, попробуй ее успокоить. Не удалось. Ладно. Немножко она у нас летела, главное, чтобы у нас все это не успело испортиться. Придется нам пельмешку немножечко сейчас назначить на повара, девяточку хотя бы. Давай, а то у нас сейчас все туши пропадут, но разделать нам нужно в обязательном порядке и хотя бы что-нибудь приготовить. Что у нас-то по готовке у нас? Семерочка, да, у пельменей? Ну, неплохо. Давай, готовь. Ты нахуя сырой ешь, дура? Так, тут есть чувак, которого не мешало бы застрелить. То что... Лучше так. Да, ты умрешь, замечательно, потому что я ведь забуду, я его приручу. Поэтому, ну нахуй, пусть лучше сдохнет таким образом. О, у нас она стала заниматься готовкой, наконец-то, аллилуйя. Сколько у нас тут еды еще? 89 единиц, 89 разделить на 10. Примерно 10 у нас всего получается единиц жареного мяса, поэтому маловато. Еноты сходят с ума, вы что, серьезно? Человек мстит, ладно. Я тут занялся планировкой, а вы тут... Блять, еноты сходят с ума. Все в безопасность зону? Давай, пельмешка, иди сюда. Хотя, они по факту не очень спешат нападать. Единичка давай. Я в тебя верю. Замечательно, уходи отсюда. Уходи, уходи, уходи. Так, следующий раз стреляй на скидку. Давай, я в тебя верю. Уходи, уходи, уходи. Стреляй. Стреляй в него. Пельмень спасает этого дебила. А, на скидку стреляй. Ты даже не вздумай стрелять в него. Все, идите лечить. Дебил, блядь. Я думаю, начать уже выдалбливать хотя бы банальные комнатки. Первые комнатки, которые мы можем выдолбить здесь. Чтобы колонисты уже спали в своих комнатах. Было бы очень замечательно. Вы серьезно? Еще кто-то охотится на нас? Вы что, блядь? Договорились, что ли, все сегодня? Пельмень, иди сюда. Дед Медведец. Ах ты, сука! На хряка опять напал. Чего мои хряки не устраивают, ребят? Давай его отсюда. Вот тут деревьев нету, более-менее. Так, у тебя что? Здоровье, смерть через 23 часа. Ладно, беги. Пельмень, беги. Так, единичка. Если сейчас пельмени убьют, будет вообще охуенно. Беги сюда. Блять. Смерть через 13 часов, не так плохо. Сука, беги сюда. Че у тебя здоровье? Смерть через 4 часа, ладно. Я в курсе. Так, двоечка. Возьми дикомент. Одну штучку. Давай, 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 давай. А, иди сюда. Убегай. А, здесь оружие. Погоди, погоди, стой. Здесь стой. Ой, блядь. Замечательно. Ты иди лечить. Ты лечи племени, пожалуйста. Стабилизируй. То, что он может не выжить. Давай, давай, двоечка. Давай, давай, давай. Я в тебя верю. Ты что по здоровью? Через 12 часов. Не опоздаем, короче, течение. Ладно. Спасай. А потом полечи его, пожалуйста. Все, замечательно. Фух, блядь. Один пельмень столько шороху навел, я просто не могу. Еще хряка у нас убил. Ну не сука ли. Пельмени заражения, класс.
Где у тебя заражение? Легкое. А, левая нога. Так, надо посмотреть. Эффективность отдыха 95%. Эффективность выработки иммунитета. Замечательно. Так, а если мы построим здесь мебель, кровать из легкой кожи, потому что мы можем построить здесь, у нее скорость выработки иммунитета 80. Бля, шкуры пантеры еще мало. Ой, что-то сегодня, слава богу. Легкое заражение. Я не хочу очень сильно тратить медикаменты, которых у нас и так мало. Иммунитет 11, заражение 11, хорошо. Пока иммунитет у тебя опережает, это очень меня радует. Когда у тебя повторное лечение? Через 7 часов, ладно. Пейскит, пожалуйста, занимайся в первую очередь сейчас у нас ремеслом, потому что нам это необходимо. Кто-нибудь ресурсы попереносит другой. 17% всего? 5 агрессивные животные, волки, вы что, ебанули что ли? Так, ребята, очень важно то, что вы отсюда не высовываетесь. То, что пельмень хуёво себя чувствует. Заражение 37, иммунитет 42. Бля, хряки. Ладно, хуй с ними. Хряков больше нет. Но печально. Я могу вам поставить вот сюда вот. Бегите сюда, хряки. Если вы успеете, то успеете. Если нет, то нет. Рисковать ради хряков я не хочу. Ребят, не хочу, потому что и так все хуёво. Пельмени, что у тебя? Иммунитет вырабатывается быстрее, меня это пока радует. Мальчик и девочка, одна беременна, ладно. Волки очень опасные звери, поэтому лучше давайте отсидимся. У нас еда пока есть, даже досадки, даже два хряка живых бегает, поэтому все замечательно. Я не хочу, чтобы ты сдох у нас. Даже с хорошим иммунитетом. Иммунитет 80, выработан 85. Хес, блять, не ною то, что тебе делать нечего. Вот не надо мне тут ля-ля. Хочешь, вон иди построй. Иммунитет выработан, все. Пельмень, живи, процветай. По идее, на нас никто не охочется, и по ограничению можно неограниченную область поставить. Так как мы изучили, можем здесь поставить амбразурки, что было бы очень даже офигенно. А, мы еще не изучили. Мы начали изучать, да. Оборонно-зажигательные, к сожалению. Я уже надеялся, ну ладно. 10 блюд, это мало пищи. А, у нас, кстати, хряк родила. Волки нападают еще на кабанов тут. Сколько у вас волков-то тут? Один. И он скоро окочурится, а мы придем и заберем. А вот еще волк пришел. Хес. А, ты спереди кабанчика пришел, я уже испугался за себя. Ты скоро сдохнешь, да, тебя бояться незачем. Или мне нужна будет твоя очень важная помощь. Иди сюда, ты должен будешь загреть всех кабанов, которые здесь есть. И также волка. Лучше кабанов сначала. Давай, попробуй выстрелить. Не можешь? А в него? Блять, убил. Должен их загреть. Ты не должен их убивать. А, хотя, можешь убивать. Почему только один загрелся? Давай пельмени еще парочку убьем. Будет вообще охуенно. И желательно волка. Вообще идеально было бы. Волк умрет сам. Все, не надо его, в него больше стрелять. Волки опасные. Еще волк пришел. Стой, блять. Стой, сколько патронов осталось? 3 патрона всего, да, с собой? Умница. Давай вот этого кабанчика еще. Навскидку. Последним патроном, давай, красиво. Не убил! Беги! Беги, пельмень, беги! Не убил! Неопасное кровотечение, у него 2 патрона ты в него всадил. 2 попал. В ухо ты стрелял! Пасть я стрелял, он не сильно кусается, но тем не менее. Единичка, давай сюда беги. Блять. Манцуй, пельмень, манцуй, пожалуйста. Ушибы делай. Ты куда? Ты, блять, беги, пельмень. Куда ты вступил в драку-то? Пельмень, беги, убегай, пожалуйста, убегай. Пельмешка, пожалуйста. Стой здесь. Стреляй на скидку.
Умница.